Люди летят на самолете и думают, что они упадут. Да? Значит, этого еще нету. Да? И представьте себе, обезьяна летит на самолете и думает, боже, он рухнет. Да? Мы понимаем, что она не может. Ей нужен более высокий уровень абстракции. Вот есть мозг с корами, с зонами, которые специализированы. А режимы работы мозга, в частности, дефолт-системы, это то, что набирает из этих вот зон необходимые элементы, самолет, падение, крики, вопли там, и так далее, и создание из этого драматургии. Невозможно из зрительного образа создать драматургию. Для этого нужно, как бы сказать, будущее представить, поэтому нужны медиальные префронтальные кора, которые, собственно говоря, входят в дефолт-систему. Я представляю себе будущее, развитие событий, вижу самолет не сломанный, сломанный, все кричат, орут, там, и падаем, боже, какая катастрофа.